Вот сюда. Сюда, она должна пройти здесь. Панчо, тебе не обязательно здесь оставаться. Ты меня удивляешь, Матиас. Мы друзья с тобой или нет? Да, мы друзья, Панчо. Она идет. Привет. Привет, Флор. Почему ты ей ничего не сказал? Что я ей мог сказать? Ты мне помешал. Ну хорошо, я останусь здесь. Можно я пойду с тобой? Тебе ведь в другую сторону. Но я... Когда ты ответишь? А я думала, что ты уже забыл. Ведь в прошлый раз ты так сладко щебетал с Вероникой. Значит, тебе не все равно? Почему? Ну, ты ревнуешь к Веронике. Ну как? Что было? Она готова, Панчо. Она не сможет устоять.